подписчик моего канала. Сегодня я решил сделать так вот небольшое к вам обращение. Дело в том, что завтра я уезжаю с утра в город Калуга на прохождение медицинского, на операцию по удалению межпозвоночной грыжи. Вот, и как вам объяснить, примерно 10-12 дней я буду отсутствовать дома. Может быть, около 2 недель, короче, самое большое, то есть дооперационный и послеоперационный период, соответственно. Вот. Ну и вот в это время видео выкладывать на YouTube у меня возможности не будет, так как там Wi-Fi там нету, а смысл покупать USB-модем я не вижу смысла, потому что скорость соединения, там тоже 3G, все это я не знаю. И известно, какая она будет нормальная, вот я не вижу в этом смысла. Вот. Что будет по возможности, там, конечно, может быть, пока еще будет состояние нормальное до операции, то я вам поснимаю. Вот. Обзорчик какой-нибудь там сделаю. После, конечно, не знаю, посмотрим, конечно. Очень жаль, что я сейчас не попадаю на день города, который будет в эти выходные. Ну, в принципе, тут моя жена в городе будет, в принципе. Может, что-нибудь поснимает, что-нибудь заснимет там фейерверк, может, какое-нибудь еще мероприятие, которое будет проходить. Потому что будет проходить около 3 дней у нас. Просто мероприятие, посвященное 70-летию освобождения нашего города. И вот как бы приурочено к этому празднику, Дню города. Вот. Так что, вот, в принципе, такие обращения хотел к вам сделать. По приезду, конечно, все это я выложу. Почаще буду выкладывать видео, которые у меня будут накоплены, правильно, может, что-то и новое. Вот, так что оставайтесь со мной, если что. Не скучайте за эти 2 недели, грубо говоря. Вот, в принципе, что еще сказать? Ну, в принципе, главное, чтобы все было нормально, все было хорошо, я считаю так. Так что желаю как бы себе удачи, ну и вам удачи во всем, во всех ваших начинаниях и всем такое. Так что подписывайтесь на мой канал, ставим лайки, комментируйте, если хотите, это видео. Вот. Всем до встречи, всем пока.